Как ребенок становится взрослым? Во сколько лет это происходит? Когда им исполняется 12 лет. Ну, 18 лет. Потому что в этом возрасте ты уже начинаешь сам себя обеспечивать. Вроде в 40 лет. 18. 14. 18. Ну, они становятся более сообразительными. Да, и они вырастают. Чем взрослый отличается от детей? Ему надо в школу ходить, а маме надо в институт. Или там куда-нибудь. На работу. Да. Ну, взрослые могут себя обеспечить, могут все покупать. Ну, если у них денег много. Ну, а дети, они просто учатся в садиках, в школах. Они под присмотром родителей. У взрослых есть работа, которую надо каждый день. Идти взрослые, они выше нас, умнее. Да. Еще они все сами делают. Могут ли взрослые вести себя как дети? На дискотеке Вики вот так. Взрослые. Или, например, на вопросы. Мне мама с папой говорили, что взрослые тоже могут играть, тоже могут смотреть мультики. Ну, если хочется. Если хочется отдохнуть, вот так вот, как дети. Иногда могут бороться. Например, очень много играть. Да. А вы чувствуете себя взрослыми? В принципе, почти, потому что я уже блины сама готовлю, в принципе. Я тоже умею блины готовить. Я не считаю себя взрослым. Ну, я взрослый ребенок. 50 на 50. Думаю, хорошо, а еще мы маленькие. Лучше быть ребенком или взрослым? Ребенком. У ребенков мало дел. Потому что не надо ухаживать за детьми, и можно лежать на диване и смотреть мультики. Нет, ну как когда? Ну, если, например, ты маленький, тебе нельзя сладкое, а родители там и... Все вкусняшки всякие покупают. Да, вот тогда тебе обидно. А вот когда ты в садик ходишь, спишь там, а родители на работе, вот тогда им обидно.